Опа! 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 Всем хай! Hey, yo. Всем кукусики! Большущий, большущий! Привет. Я столько на Твиче на самом деле не сидел, какие-то новые смайлики тут. Куча всякой такой движухи. Вот чатик. Yep. Для удобства. Чатикс. Сделаю. Привет, вот так. Чатикс. И вот сюда его. Чатикс XX. Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать очень страшные вещи в прямом эфире. Нет, мы не будем делать ничего плохого, мы будем всего лишь играть в хоррор. Для него, для какой-то... Всего лишь. Я его уже запугала, он уже боится. Да нет, я не прям боюсь, просто я вообще в жизни в хоррор не играл, типа нормальный такой. Я там когда-то в телепузиков вот поиграл с пацанами еще, наверное, лет 5 назад. Телепузиков? А потом... Кто-то ну, играл? Там... Ну, я не помню, как они назывались, типа Scary Tubes или что-то. Horror Tubes, как-то так, короче. Я реально первый раз слышу. Ну, это очень старая игруха. Реально, год 16-17, дай бог. Очень старая. Она слышна, чат? У меня вообще-то интернет лагает иногда сегодня. Прикиньте, пирожение. У нас, типа, все чил, да? Вот, типа, стрим не лагает, а интернет вот я гружу вот... Я гружу вот плейлист в ВК, и у меня просто не грузится. О, да. Slendy Tubes. Вот так. Slendy Tubes, первый раз слышу такое. Ну и там, типа, это, короче, о Слендермене и о всяких его, короче. Я играла в Слендермен в детстве. Ну вот, это вот, грубо говоря, то же самое, потому что Слендермен, как, насколько я помню, он тоже кооперативный был. Там да, можно было да. Вот это такая же примерная история, только, знаешь, типа, более такой, я не знаю, как это описать, такой факапный, короче, формат такой же игры. Только там телепузики, и там, по-моему, до 4 человек было. Это вот почему мы играли, у нас было 4, мы типа все просто закидывались, бегали, орали. Но это вот единственная игра, реально, хоррор, в которую я поиграл, и сейчас я буду играть в хоррор. Ну, это другого уровня хоррор, должен ну, понимать. Ну да, я понимаю, просто это именно... I'm just... Это вот выхожу реально... из зоны комфорта. Ребят, помните хоррор, в котором я расплакалась и офнула стрим, потому что я не смогла больше играть? И у него еще играла Дилара со Славой. Вот, короче, это, ну, я не смогла в него доиграть, мне стало страшно. Помимо того, что мы как бы сегодня будем с Манерой играть вдвоем, у нас есть еще такой небольшой интерактив. Сегодня от вас будет зависеть, кто играет. То есть мы будем меняться местами, ну, как не физически, а просто, ну, играть. Вот, сегодня будет зависеть от вас, то есть условно, мы первый раз наскидываемся на цифра, кто начинает. И потом каждые 5-10 минут у нас будет стоять таймер, Костя, у тебя будет стоять таймер, и ты будешь делать голосование в чате, потише дело, и ты будешь делать голосование в чате, собственно, кто пересаживается ли человек или остается на месте. Пусть Манера играет. Я тоже так думала, но типа... Ну, блядь, это понятно. Это... Типа, no troubles. I'm just... Я возьму это на себя там по-любому какие-то первое время. Вот, но посмотрим просто, насколько хватит твердости моих рук в такой атмосфере. Твердости моих рук. Реально, я просто начну вот так вот сидеть, и тут уже нужно будет, чтобы ты реально, если что, спасала ситуацию. Еще помимо этого, я думаю, что во время хоррора нужно будет вырубить свет. Как вы на это смотрите? Я думаю, что это супер идея. Ну, Манера тоже поддержал. Это типа ты реально ураган. Просто очень очевидно, по-моему, нет. Ну, я так делаю, да, обычно. Что? Выключаешь свет? Да, когда ну, потому что это логично, да, вайб. Когда играешь хоррор 100%. Есть вайб 100% от этого. Далее, ребят, еще это практически первый раз, когда, ну, я так сильно подготовилась. Я, короче, сделала для вас... донаты с определенными звуками на определенные суммы. Костя покажет, расскажет в чате вам, какие суммы и все остальное. Костя, ты можешь еще на страницу доната моего добавить. Понял, да, что я имею в виду? Когда заходишь, типа, на Donation Alerts, чтобы там было написано все суммы. Так что ты можешь это сделать прямо сейчас. И в чате закрепить. Вот. Бро, это прям так у них будет висеть, типа? Они могут это скрыть. А что? Да нет, типа, я думал, они должны будут угадать, сколько нужно задонатить, чтобы... Нет, они не знают, они единственное, что они знают, это где какой звук. То есть вот везде звук будет разный. И, ребят, короче, на 50 тысяч рублей у нас секретный донат. Он очень крутой, и он секретный. Я просто по фану добавила эту функцию,
Но если кто-то это задонатит, и, ну, мы это увидим, услышим, там просто секретный донат. Кость, можешь написать, что 50 тысяч секретный донат? Он просто секретный, такой интересный и, в общем, да. Мы с тобой погромче делать не будем наушники? Будем. Блять, мне не надо было спрашивать это, наверное. Ну, по-любому будем, когда в игру зайдем. Ну, когда в игру зайдем, сейчас-то что, они уже сейчас могут что-то кидать, сидеть, дергаться, как-то не варик. Сейчас у меня нервы слетят. Не, ну пока не, пока я могу отключить донаты, если что, если ты боишься. Да не, вообще пофиг, ты что. Ну, от 0 до 10 оцени, насколько сейчас стрёмно. От неизвестности, да? Да не, мне не стрёмно, типа, я просто на кураже. Это наоборот какая-то, типа, приятная такая эмоция. То есть я не сижу здесь и, там, не знаю, не хочу уйти или закрыть глаза и не делать то, что сейчас вот происходит. Ну, прикиньте, вы знаете, я вчера, короче, как это вообще произошло, что я тебя позвала. Я вчера сижу, типа, и говорю, го, типа, хоррор-стрим с кем-то завтра. И чат такой, типа, го-го-го. Я говорю, типа, го с манерой. Они такие, типа, да, го-го-го. И я тебе во время стрима пишу прям. И ты просто влетаешь в эту же секунду. Легок на подъем, да, так сказать. Этот парень реально. Этот парень реально. Don't waste time, ну. Этот парень реально легок на подъем. I've been blowing my ass right there. I'm playing horror games. We are boys. How you doing? Как нас слышно вообще, чат? Типа, не тихо? Я просто не хочу делать громче, потому что, возможно, будем орать. Вот. Че, на Цейфай или чат решает-то первый? Мы уже идем играть. Ну, хочешь, еще посидим 10 минут? Нет, хочу, да, чат решает, пускай реально, ну, чат, типа... Чат, сидим еще 10 минут? Логично будет, если я как гость начну. Ты типа, думаешь? Открою, да, эту... Открою. Пандору, ящик этот. Типа такой, вот, смотрите, я принимаю весь удар на себя. Ты хочешь шоколадку? Не. А что хочешь? Да, на самом деле, нихуя. Ну, вообще, воды я бы поставил вот здесь, где-нибудь. А то в горле будет по-любому сохнуть. Сидим еще, давай еще посидим, пишут. Сидим. Салют, братцы и сестрицы. Как ваши дела здесь? У меня вот теперь водичка здесь стоит. Я вот не помню, я у кого-то где-то на стримах-то был же, да? Ну, типа, ну, ИРЛ какие-то вот эти вот истории. Как будто бы прям, чтобы я... был на лайв-стриме из дома, типа, вот, на Твиче, вот так, как будто бы такой первый раз. Или раз? Нет? Или нет? Как что тебе сегодня такое? Прям дебют, блядь, у меня день реально. Дебют, серьезно. День дебют, ты сегодня первый раз проснулся. Хоррор, да, первый раз проснулся. Я, кстати, сегодня вообще очень странно спал, на самом деле. Я все утро не проспал, поехал по делам, еще сгонял. Потом приехал. Ну, я уснул в час дня, проснулся в 5. Типа, я так, quick ass sleep, и... Все, потом поехал домой, что-то переоделся, собрался, сходил в душ. У меня что с интернетом? Я не понимаю, что. Завидный. У меня сегодня такой стрейтовый плейлист, знаешь, да, максимально. Да, да. Я даже что-то... А что у меня не прогружается алерт? Ну это пиздец. Это слишком ну, громко. Ну это пиздец. Ну это я еще видел, что ты это сейчас нажала. Типа. Костя, ты можешь донаты сам принимать? Почему этим я должна заниматься? Это вот мне непонятно. Да, на самом деле со скрим донатами так не должно быть. Факт, ну, это должно быть неожиданно. Ну да. Так что, Кость, буду ругать, реально. Ну это пиздец. А, хотела подождать, пока мы в игру зайдем. Все, я вырубаю алерт. Блин, Костя, этот Костя, парень шарит. Да, Костя на контролировании донатов. Да, да. Очень громко, бля, я глохла. Бля, пиздец, на самом деле. Минус уши. Ну, можно сделать потише. Кость, займись вот этой темой, пожалуйста, если сделать сможешь. Потише? Ну, типа, да, чтобы чат да тоже... Да ты что, гонишь? Чат им-то тоже... еще минус уши, пускай потише сделают, это же контент, испуг наш. Он, у нас это и так будет громко. Ты просто не понимаешь атмосферу, когда это будет в игре. Типа, не, сейчас... ладно, да. Понял, тебе сейчас играет музычка, блядь, вокруг неон. Ну, я да. Сижу, кушаю шоколадку, ты читаешь чат. Тут нихуя такого вайба не будет, ты выкупаешь? Ладно. Ладно, ну звучит пиздец. Наш трек? Ну какая-то нулевая, да, история. Это Эйкон с кем-то. Use me, not me. Это не Dangerous? Да. Вот это вот это. А, ну все. Тогда я знаю. Это фастфуд, этот, квиз их, быстрый, небольшой такой. Шоколадка супер. Чё это? С гастритом самое то, Kinder Bueno будешь? А, нет.
Вот я Буэны, это единственная, наверное, шоколадка из всего киндер-сегмента этого, которую я немного не прохавал. Киндер-сегмент. Вот даже, знаете, такие типа киндеры, короче, они какие-то со злаком. Они как... А, кантри они называются. Это вообще мясо. Вот они для меня самые какие-то скрытные всегда были. Типа, казалось, что это что-то, короче, что вот прям... Ну, не дефолтный рынок, да. Типа, не то, что вот не лежит просто везде и всегда. Я когда их находил, я их еще брал, они из-за этого были вкуснее. Они еще дорогие собаки, да, вообще, да, помнишь? И они маленькие. Очень маленькие. Да, вообще, отстой. Я люблю большие шоколадки. Звучало очень странно. Типа, Сникерс Макс? Да. Нет, типа этот. Знаешь, такие Milky Way здоровые? Ну, есть такое. Типа... Хочешь? Нет. Нет, но если я сейчас объемся просто сладким, мне не страшно. Мне нужно дофаминчик. Я буду сидеть просто кайфовать от такой. Я вот дофаминчик повышаю, прежде чем... Да, я так и понял, что у тебя какая-то такая операция. Я вот водичку попью. Stay hydrated. Донаты, если что, будут работать, когда мы запустим игру. Чё-то, чё вы с сердечками манеру не встретили? Да там вообще спам был нормальный. Особенно, когда ты ещё отходила. Да? Они хорошки. Хороший чат. Stay hydrated. А мы запостили что-то в тугая кость? I don't know. Yeah, we don't. Позже. Я провела Дане экскурс по... Ой, милые. Оценочка, как камера стоит вообще. По-новому. Ты ее не ставила? Ни разу. Вообще ни разу. Чуваки, у вас новый стрим, буквально. You got some new vision. Буквально. Point of view. Yeah. Я проводила ему экскурс. Привет, Кира. Привет, красотки. Ты сестра плохого парня. Кайф, привет. Я проводила ему экскурс по панвордам. Он тебе прохаванный. Очень просто, на самом деле. Он прохаванный, он теперь все знает, что нельзя говорить. Но это все равно очень опасная игра, потому что... А он употребляет в своем лексиконе панворды ежедневно. Нет, ну ты тоже так сказала. Там не очень правильные банворды. Я их не употребляю в жизни, что ты так говоришь? Я употребляю, да все употребляют эти слова в жизни. Какие? Ну подожди, в смысле? Он меня байтит! Смотри, вообще в целом проблема вот... Я только в первом слое. Вот, ну это у всех такая проблема. Ну не слова, а слово. Одно слово, одно слово. То есть это важно, потому что все остальные слова, если бы я употреблял в жизни, это too much. Это too much. Ну базар, так тоже нельзя. Так тоже нельзя, говорит. Да. Короче, да, вот есть одно слово. Привет, Манера, переши с любовь. Зачем Манера у Думи парик украл? Чуваки, мы его просто по дням реально носим. Кстати, реально. Да, я 163 Думи on my neck. That's me. Но я, кстати, узнал, что пацаны себе длину всегда как бы... Ну, они укорачивали, и они вот такое всегда плюс-минус хотели носить. Но я себе это только сделал, и я как бы планирую отращивать это, типа, прям, ну, но они же не жестко будут отращиваться вот такие, типа. Ну, нет, они вот отращиваются обычной такой, да, вот обычной штучкой, и потом их опять надо все превратят. Снимать? Нет. Просто потом ходишь, и он дополнительно это подкручивает к корню. Значит, это вредно. Слушай... Много чего вредно в жизни. Ну, вот и дреды, мне кажется, не самое вредное. А почему ты не ходишь без дред, без косичек? Я всегда ему говорила, что ему идет. Не знаю, мне не нравится просто с обычными волосами. Они, типа... Дефолтные. Да. You know. Вот это вот прикольно, типа. Ну, мне самому нравится, моему глазу нравится, мой глаз. Это горит. Самое главное. Поэтому... Выкупаешь? Самое главное. Здесь такая история. Мне очень интересно начать. Мне, если честно, не очень интересно именно начать играть вот в игру, но вот сейчас интересно так, классно сидим, кайфуем. Чат, у вас есть предвкушение так хоть какое-то? Тот факт, что я вообще ни черта не знаю об этой игре совершенно, типа, за кого мы будем играть, где, как будет вообще происходить сама игра.
Ну, это просто, типа, ничего не нужно знать. Ну, ты же от чего-то испугалась, ты должна мне сказать хоть что-то, типа, от чего ты испугалась. Когда ты делала что? Начиная что делать? Ну, когда я начала играть, я с первой секунды уже обосралась. Это от атмосферы, от всего, понимаешь? Все, ну, все влияет, реально. Ну, пиздец. Да, ладно. Хорошо, ну, давай. Они, в принципе, за. Что за хоррор? Да вы знаете, вы видели уже прохождение этого хоррора 100% у кого-то из стримеров. Типа, это такой уже заезженный хоррор. Он называется... Почему мы вообще обсуждаем Welcome хоррор под Тимати? Kowloon. Так читается? Welcome to Kowloon, maybe. Kowloon, maybe. Он разговаривает хорошо на английском. Да, хорошо так же. Но ты музыку на английском пишешь. Ну, тут такая история, что больше, наверное... Это не я пишу, у меня есть гастрайт. Нет, больше зароляло реально, что я какой-то разговорный, типа, наслушал. Вот чисто вот, как это, слуховая память хорошо работает. Вот, а грамматику, например, я английского языка вообще не шарю. То есть я там жестко какой-то напишу предложение. Как ты выучил английский? Наслушал. Ну да. Сигма. Я как бы так учил, реально. Го играть. Ну все, да, го. Давай. Ладно, мы Так, друзья, для начала нужно создать вайб. Сейчас, я буду создавать вайб, ты пока посиди с ребятами. Я буду пока так его создавать, типа. Охуенно. Сейчас будет вайбово. Что-то там происходит. Это еще не все. Ну да, да. Как будто слабовато. Ну сейчас будет уже. Бро. Так делаю? Ну да. Чат, так это норм или... Это то, что ты собиралась сделать? Да. А это убрать? Какое? Ну, задники красные. Вот это? Да чат, нет. Убрать задний свет или нет? Не, может, типа, красный? Или не... Ну, оранжевый какой-то это... слишком теплый. Это он вайбовый. Красный. Видишь, он красное свечение дает. Ну, я просто... думал, я дальтоник. Это не, было жестко. Не, просто в камере, кажется. А что делать? Давай отыгрывать от камеры, да. Типа, ну, как будто недостаточно. Вообще вырубать? Все. Ну вы чё, блин, да кончится, как будто кто-то за спиной. Так он, уж... Вот тут уже кто-то стоит, моргает своим киборгским глазом. Бро, сейчас. Но. Ещё это тоже вырубать? Слушайте, а вы нас уже видеть тогда не будете? Хотя бы чуть-чуть свет нужно оставить. Ну вот такой. Вот так оставлю? Потому что вы нас вообще... Если я сейчас выключу. Окей, я вырубаю. It's getting darker and darker. Так. Вот этот свет. Вот выруби уже, пожалуйста, Тимати. Вот сейчас уже минус вайбин. Подожди. Ну у меня просто, понял, плейлист стоит, который на день рождения себе сделала. Вообще пуху. Просто уже музончик нужно реально вырубать. Там кто-то стоит. Где? Оу, дэм. Прям так? Прям вот так. Слушай, меня пугает, когда я смотрю на монитор, типа, понял, где все темно. В жизни-то не так темно, как там, понял? Вот меня всегда удивляет, как ты так умудряешься погрузиться в атмосферу. Типа, ты, ну, не, где-то получается... ты не... Не, я тоже, типа, я в вайбе, но я все еще на кураже. Ну, типа, я там... Не начинаю, знаешь, типа, мурашки собирать. Да ну нахуй, реально? Обернись. Давай ты будешь отвечать за кто-то оборачивается. Меня реально напрягает. Ну вот. Я клянусь, я посралась, я тебе клянусь. Блять, я буду угорать, короче, да, походу. Вообще, тебе вообще не страшно было, ты врешь. Сука, ну сори. Тебе клянешься? Ну так, да не, я просто очень много раз пугался в ТикТоке и на Ютубе на этом звуке.
Все, давай без. Короче, хочешь объяснить тебе мем вот этого Микки Мауса? Ты знаешь клип «Винтаж»? Микки, 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 Маус, 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 Маус. Смотрел? Наверное. Короче, это очень страшный типа клип. Это, ну, песня, ну, моего детства. И в детстве я смотрела этот клип, у меня что-то сердце реально болит от шока. Короче, я в детстве смотрела этот клип, и он мне казался веселым. Бля, я тебе говорю, посмотри, как меня напугало, у меня реально руки трясутся. И я недавно его включила, когда была одна дома, на большом телевизоре. И меня очень сильно пугало, и меня загнало именно, понял? Меня реально, ну, загнало. Угу. Тебе вообще пофиг? Да нет, я слушаю. Это машина. Ты испугался машины? Нет. Все, let's go, все, пора. О, damn. Вот так. Бра. Запускаем игру. Бра. Чего? Игра запущена. Ну, пиздец. Надо по звуку сейчас будет понять, в течение... Что там? Что там было? Я не видела. Ты видела. Да не видела. Да вот ты видела сейчас. Что? Сейчас смотри. Что? Ты видела. Да я не видела. Вот сейчас. Да я не видела. Что? Вот смотри. Оп. О, сейчас видела. Так, ну бля, ну давай, короче. Звука нет. Как? У доната какого-то. Испуг. Мы не успели прочитать. А куда он исчез? Ну, короче, когда вы донатите... Висимость маленькая. Когда вы донатите... Донатите. Когда вы донатите определенные, типа, вот эти скример-донаты, то рассчитывайте только на звук, не на сообщение. Если вы хотите задать какой-то вопрос, то не надо закидывать именно вот эти ровно суммы, пожалуйста, окей? Сделайте себя подробнее. Ну, это важное, кстати, уточнение, реально. Да-да-да. А то там что-то прям не написали-написали. Ну, мы прочитаем все равно. Да, конечно. Да. Потом. Просто потом. В конце стрима будем читать. Так, достаточно? Ну, так. Вот управление. Так же, как бегать, везде. Ходить, бить. Ну, в принципе, кайф. Че бить, брать? Ну, хватать. Там, непонятно. Что ясно? Так, у вас не лагает ничего? Под туманом небом Китая лежал Каулун, самый густонаселенный город, в котором расцветает нищета и бандитизм. 30 FPS, подожди, у них тоже. Лагает, да? Угу. О, все. Сейчас норм? А почему так? У нас в тот раз тоже, да, так было, Кость? Однако для молодого студента... Я не успел прощать. Надо вот это просто скипнуть, и там будет нормально. Сейчас, подожди. Типа касценки вот эти вот? Да, да, да. А, они что-то. Почему-то так. Я пытаюсь их скипнуть. У меня всегда так, прикинь, почему-то, хотя комп очень дорогой. Типа касцены лагают? Ага. У меня типа все хорроры так лагают. Вот сейчас не должно. Лагает? Вот сейчас не должно уже. Сейчас пройдет. У меня почему-то везде так. Я не знаю, как это пофиксить. Все, сейчас не должно. Да, вообще вроде нет. Все чил? Окей. Так, мы какой-то китайский студент, который ищет дешевое жилье. Почему он ищет его, блядь, в каком-то коридоре, непонятно. Ну ладно. Ну, кстати, довольно атмосферненько. Можно сказать, что... Is it Ganju Bass, man? Это не запрещенное слово. Я не знаю, как будто фризит, да? Блять, у нас лагало в тот раз, Кость? Я не знаю почему. Я вижу, что фризит, да. Так, чил? Все, давай, let's go, поехали. Начало просто такое. Ребята, так не работает браузер, закрою, у меня комп стоит очень дорого. Это просто именно проблема там какая-то изнутри. Oh. Да все, ничего не... Я же вижу, когда лагает, сейчас нет. Все. Heineken? А, нет, показалось.
Это... Или этот? Это кетчуп? Да я знаю, что это не кетчуп. Просто похоже на название. Не знаю. Как будто бы... Как... О-о-о. А, нет, показалось. Слишком темно, я ничего не вижу просто в экране. Ну, это нормально. А, это так должно быть? Угу. А, окей. Так и должно быть. Я просто начало помню. Так, блядь. Мы ищем квартиру. Я вот помню только начало. Что, Костя, вот пиши... ты вот ты здесь уже была? Да-да-да. Я говорю, я типа дошла. Надо на четвертый этаж. Кость, а ты... Во. Кость, можешь написать? Все норм. Пес. Пес. Периодически повторюсь. Это четвертый? Да, наверное, это четвертый. Тогда уже в любом случае некуда деваться. Когда вдвоем, конечно, не так. Че, туда пойдем? Да, или туда? Сейчас интересно, вот эта дверь тоже откроется? Да. Не, давай сюда, мне кажется, сюда. Да, не будет такой сцены этой переходящей. Быстренько глянем, что тут. Очень спасибо за потраченное время. Пойдем дальше. Тебе вообще, да, норм, ты спокойно ходишь? Yes. Я просто помню пока что тут. Ну типа, пока вы что вы что, втроем? Это сейчас в игре было, да? Да. Кто-то плачет. Ты что, уже разрыдалась, что ли? Я думаю, что-то... О! Опа! Что-то написано. Опа! Я ушла. Ключ оставила в магазине. Он находится на... улице рядом с... Короче, хотя хотели позвать выступить, да, да, на твой менеджер, отвечает раз в две недели. А, чуваки, вся проблема лишь во мне самом, потому что я пока что немножко с выступлениями попросил сам повременить, ничего не брать, поэтому здесь вопрос не в менеджере, сколько в самом мне. Поэтому все чил, я обо всем знаю, я знаю, что хотите позвать, пригласите, все дела. Мне обо всем докладывается, но просто я пока что немножко сфокусирован на том, чтобы наделать новой музыки. Давайте вопросы в конце стрима, потому да, потому что это вайб взбивает. На улицу, на улицу нужно. На улице, рядом с подъездом. В магазине. Ну что, магазик. Ты слышишь звуки? Да, конечно же. А зачем ножка дергаешь? А это вот всегда у меня такая, кстати, история. Да? Кто тоже дергает ногой, когда играет в компьютер или там... Ну, вообще, то есть это у меня не связано с тем, что я могу нервничать. Таймер на 10 минут, Костян. Собачка. Бёз. Бёз. Сырён. Попробуй на миску нажать. Я хочу, чтобы он повернул свою голову на... Вот так, знаешь, типа, развернул её. Вот. Неестественно. Неестественно. Попробуй сесть и на миску нажать. Ctrl. Нельзя сесть. Нельзя. Я думаю, собаке можно будет купить. Найтклау. Что значит? Знаю. Тук-тук-тук. Ой. Привет, Яша, спасибо большое, я не расписываюсь. Иди, иди, иди быстрей. За ним? Да. Или вниз? За ним, интересно. Понял, за ним идем. А, тут никого. А как так? Это же хоррор. Да мне каждый раз тебе вообще все равно. Ну да, нормально. Но тебе даже чуть-чуть не я думаю. Я просто типа думаю об этом каждую секунду. Да, я реально такой, так, может ебать. Ты реально ждешь донат все время? Ну ладно, не прям так, но... We go out. We outside. Чё-то, чё только мы будем сраться, вы тоже сритесь от донатов. Сами да, себе... Не, да, видно, что они там немножечко. Сами себе шкодите. Опа, вот мы и на улице. Так, возле падика. Падик это вот это? На улице как-то пустовато. Не-не-не, я думаю, в другой стране. Прямо, и где-то вот либо справа, либо слева. Слева, вот, смотри, что горит. Во. Зира. Да-да-да. Похоже, это музыка, которая написала хозяйка квартиры. А что мы должны были забрать? Ключ. Ключ. Я, кстати, не помню, где он может быть. Так, может, он бобы возьмем с собою. Так. Тут еще есть... О, что-то... О, вот туда. Ключ. Нам туда, где что-то происходит само, 100%. О, ключи. Опа, вот же он. Все, берем на левую какой кнопку. Красавчик. И погнали. Сразу на базу. Мин глаза сзади. Да это домофон. А это что было? Это там, оттуда. А. Слышала, музыка играла и перестала. Типа радио да, точно, барахлит. Точно. Барахолка. На ключ у манеры на дреде, а не возле фотика. Базару. Засчитано. Mm.
Damn, homie. Это в игре, прикинь? Да. Ну, кстати, вдвоем реально не так страшно. Когда я была одна, типа, мне было... А что ты тише себе делаешь? Это громче же. Или это тише? Нет, это громче. Да, я помогу. Вот я громче. А это мои наушники, блядь. Нет. Да? Вот это твои. А, слышишь? Мы переодевали их, да. Да? Мне когда объясняла, я тогда сидел с этой стороны, а потом переодел. Ага, ага. Манера 163 думи. Блять, нет, слишком... Слишком громко тебе? Ну, типа, я попытался, конечно, сыграть нет, давай, немножко давай. Смелого, который может принять на себя громкий... Ну, бро! Что, да чил? Да это пиздец. Я себя так же сделаю. Да я себя слышу слишком громко, это не норм. Я просто буду от своего, знаешь, этого типа... Ну все, это как у меня да, уже. Да, все, все, тоже. Чуть погромче он сделал. Себе, кто не понимает, он себе громкость регулирует, потому что... Так, мы на четвертом. А мы корм не взяли собаке. Какой корм? Вам там можно было его взять? Наверное, да. Что за бред? Извини, мне нечем тебя покормить. Нужно... А мне надо было его покормить? Я думаю, что не в магазине. Давай просто дальше, плыть по течению. Если вот. Плыть по течению дальше, то мы должны были подняться еще на этаж выше, по-моему, или нет? А вот тут еще что-то есть, а ну. Вот. Ага. Какая-то хуйня уже началась. А в магазе корм был? Да понятно, что в магазе корм был. Я, в принципе, на это все смотрю. Че, возвращаемся в магаз? Ты серьезно? Ну, кошечки, кошечки, собачечки. Мы идем за кормом. Это минус реп, понимаешь, если мы не пойдем за кормом? Да, я согласен. Типа. Видишь, она грустная. Ей нужно покормить. Стоп, покормить. Это чат, но это плюс реп. Напишите плюс реп, реально. За корм. Но меня, если честно, напрягает, что он. Ну, что ты с такими вообще на похуях. Напрягает? Я думала, да, я думала, ты будешь обсираться, как я. Так, ну, я вам могу сказать, дорогие друзья, что на уличку я не смогу выйти. Больше нельзя? Собака ваша погибнет без еды. Что делать? Да я думаю, что, в принципе, она там потом еще нами похавает. Нормально. Атмосфера странная. Ты вообще на нее посмотри, блядь. Ей грустно. Ей похуй. Ты думаешь? Корм на стуле? На каком? Ладно, let's go дальше. Спасибо. Если найдем по пути, то заберем и перенесем обратно. Естественно. А мы спускались в магазине, вы не сказали, что не в магазине. Так, ну... Вот тут уже сейчас что-то будет. Да все чил пока. А, вот тут мы были еще. Угу. Да. Сейчас вот тут. Так затемняется, да, когда к двери подходишь? Да. О. Мы как будто тут были, да? Нам нужно подняться наверх. Открой слева дверь. О, мы тут были. Я ж тебе говорю. Так. А это что, лабиринт, блядь? Похоже на то. Что-то потому что я уже... Оп. Что-то подгрузила. Да, что-то под... Кого-то подгрузила. О, смотри. Вот это хорошее да, было. Да, я уже начинаю сдаваться реально потихоньку. Это хорошее. О, мы... Чат, а чё вы? А чё вы? Как смеяться с того, что нам страшно, так вы самые первые? Open up the safe, bitch, I got a lot of safe. Так, open. Просто громкий звук, но нам тоже он просто громкий. Ебать, я немного охуел. Вот это... Блять. Скажи о том, что неожиданно, да? Ну, еще атмосфера того, что я вот, например, захожу в правую комнату, и оно справа хуярит. Вот это вот очень жестко роляет. Базару ноль. Типа, ты когда-нибудь видел вот такое? Что это за вообще? Первый раз вижу. Что это за такое решение некое? А почему тебе ж нереально нельзя было сделать просто вот, ну, нормально? Спасибо, Адриан. Thank you. Мне кажется, ладно, я уже не могу говорить, когда стучат в ухо. Не могу придумать. О, вот тут корм. Ищем. Думаешь? Ну, в конце концов, тут тоже еда есть.
Ну, и можно было бы. Я просто хочу один раз увидеть корм, чтобы показать ему, что его нельзя взять. И народ расслабил булки. Не, вообще тут они же ведь смотрели уже эту игру. Это комната хозяйки квартиры. Они знают, что это реально можно там покормить? Конечно. Они шарят. Да. Вот и моя комната. А мы засели. Ну, я сейчас не могу, мы сейчас играем. Так, надо закрыть дверь. Да, я проходила. Кто так двери делает? Я не прошла его до конца, потому что я испугалась. Я даже половину не прошла. В другую сторону. Закрыт? Непонятно. Подожди, не может быть. Может, он закрыт. Да ну нахуй. Чат, она должна быть закрыта? Чат, она должна быть открыта, по-моему. Да, продолжай. Да, должна быть. Выходи, Тара, из комнаты. Пойдем дальше. Мы постучали к ней? Это мы теперь постучали, да. Не открыла. Еще? Все, не зли ее, как будто. Давай сейчас дальше. Сейчас нам постучат. Так, вот тут мы были. Да, нам по прямой. Надо вернуться в нашу комнату, чат пишет. На кровать нажмите. О, поспать надо, все. Все довольно просто. Я, окей. Ребят, я прошла 10% игры этой. Ну все, уже не страшно. Уже в стуке уже не пугает. Чаю. Это на кухне мы там были, наверное. Да, прямо и направо. Ты там же кухня? Да. Кухня. Вот кружка справа лежит. Справа. Справа. Во, видишь, какая она прям под цветом. Базару ноль. Ты играешь в игры. Сори, я так не делаю. Спасибо за донат. А что он сказал? Кто? Он что-то... О, кто? Хозяйка вышла из квартиры. Из... Ты слышал, как дверь открылась? Нет. А я слышала. Слишком много всего происходит. Да, вернись за чашку. Хочу чаю, аж кончаю, блядь, просто. Он именно с ума сходит по этому чаю. Но он его не делает. О, сделала же. Попили. Тоже закрытыми глазами чай. Сипнули чайка, так сказать. Все, пора спать. Думаю, пора в свою комнату. Вы как будто на радио эфире есть. О, вы тоже с таким звуком идете в комнату к себе? Ну, открывай и заходи. Да сейчас надо закрыть вот это. А, подожди. Хоп. Оп, потихо и пролазим. Записка. Нажми на нее. Чел просто так. Подожди, у нас голосование. А все за тебя голосуют. Пока что. We're rocking this. Мне страшно. Я хочу домой. Старуха сошла с ума. Я уже долгое время не могу выйти даже в подъезд. Спасибо за донат, мы уже не боимся стуков. Да, реально, стуки как будто бы уже пройденный, да, этап, ребят. Короче. Ну ты же так вот позарить не стал. Что за бред? На всякий случай стоит проверить входную дверь. Давай. Да эту? Не, нет, входную в квартиру. Слева, по-моему. Слева. Нет, это право. Опа! Ты понял, да? То, откуда мы пришли? Уши, да, вибрируют. Чё, слышишь? Бро, I got... Ты не видела? Я видела, она закрыла, я отсюда видела. Всё, заходи, похуй, не надо стучать, давай спать. Куда заходить? В комнату. А, спать надо? Да, давай спать. Нельзя. Давай к ней, ну, мы уже стучали. Да я уже заебался. Тогда будем ходить по хате. Да-да-да. Чё, спереди за дверь? Балкон. Ну что, блядь? Такие растения у нее. Это вообще кайф. Ну и что? Под дверью, под дверью записка. О, базар. Не смей выходить ночью на улицу. Но она закрыла все. И так мы не посмеем. Скажи одно и сделаем наоборот. Просто рэпа.
выбраться. И... Ну, как будто ближе к балкону надо. Ну, типа того, стоп-дово. Ну, сейчас я так вот еще маленько. Везде пошире, да. Записка по двери, мы уже прочитали. Да. Попробуй еще раз дверь на балкон. Надо найти ключ, короче, понял? От балкона, ну, судя да. по всему. Оп, дверь открылась. Оп, давай, let's go. Ну давай, лысая. Лысая? Она не лысая? Что вот это вот? Сисечки. О, это не сисечки. Это, блин, еще не... Давай искать ключи от балкона. Так, а тут вайб. Тут такой вайб. Вот он. Мое будет. Валим быстрее на балкон. Эх, Стёпочка. Да быстрее на балкон! Почему быстрее? Крики? А чё ты на неё пошёл? Ну так, я думал, там ещё что-то будет. А чё вот? О, там что-то. Стуки уже не вайбят. Куки? Стуки. Оу. Бро. Тараканчики. Бро. Дабл килл! Бро, можно остановить этот поток скримеров, типа? Это слишком много. Я даже не успеваю пугаться, типа. Я не успеваю там, сям. Это дабл килл был для меня просто. Окей. Ну это норм. Неплохо. Спасибо, Гриш. Неплохо. Я в ахуе. Давай. И что? Все, она тебя заперла. Снимай трусы хоть. Что делать? Ничего. Типа за голову хватайся. Попробуй спать. Я не знаю, что... О, нет. Бро. Знаешь, типа, Гриша, это просто Гриша пытается напугать манеру. Напугает меня, блядь, почему-то. О! Там что-то темно. Странная игра какая-то. Почему? Нет такого. Ну, что-то вот как-то. Это только тут... начало. Все непонятно, как-то тут вот от наших глаз все открывается, закрывается. Направо. Вот туда, на балкон. Точно. Все. Сейчас пойдем балконить. Вайб. Нет такого. Красиво, кстати, да? Реально. Хочу в окне какую-нибудь страшную хуйню увидеть. Есть варик? Я думаю, что ты не... Думаешь, есть такие микроцилки? Я тебе отвечаю, разработчики 2023 году ёбнутые люди. Иногда пугают, иногда пугают меня стуки, когда их долго нет. Давай дальше. О, вот. А ты не знал, что там? Не успел увидеть. Опять 10 FPS. Да, вижу. Давай дальше. Ну ладно, идем. Потом разберусь с этим. С этого экрана смотрю. Опа. Запись. В последнее время в городе начали твориться странные вещи. Я чувствую себя тут в опасности. Надо доделывать ремонт и съезжать поскорее. Банг! Это, походу, бабка. Да все. Уля! Не выходи, как будто... Да в смысле? Ебать, фризит жестко. Сейчас побазарим. Жестко фризит или не жестко? Ну вот, то, что я это... вижу, это пиздец. Да я тоже то, что... Видишь, причем, что тут не лагает? Ну да. Пиздец. Я не знаю, с чем это может быть связано. С инетиком МБ? Не-не, это не в интернете дело. Вообще не в интернете дело. Попробуем вот так сделать. Ну просто я точно знаю, что, понял, это никак не зависит от там включенных приложений или понял. Чего-то такое. Да, это именно сейчас... не справляется, да, может, прогруз? Комната какая-то ебучая. Блять, комната какая-то ебучая. А ты что скримеры хочешь собираешь, не понял? А я пытаюсь уйти от лагов, понял? Прикольно это. Сейчас я пытаюсь от лагов уйти. Фризит ебанут. Блять! Хоми, стоп! Тут везде лагает. What the fuck? Охуенно да, это просто, поиграли, блядь. Это локация какая-то голимая на самом деле, просто забейте. Ща кайфанем. Вебка тоже лагает, ты понял? У меня весь ОБС лагает. Короче, есть...
Сейчас есть еще один вариант, что сделать. Все, Эфтон? Так, вы видите нас? Сейчас, чил. Я придумала. А, понял, это вот тут. Ща. Оп-оп-оп. Вывод. Так. Чил-чил, все чил. Сейчас я придумала, что можно сделать. Короче, знаете, вот что мне говорили? Мне все говорили, что Амина, почему ты пользуешься Стримлапсом? Я говорю, ребята, это вообще лучшее приложение просто, вы не шарите. На самом деле, как будто это вот именно в Стримлапсе проблема, знаете? Я вот вам скажу, что это как будто жестко влияет. Сейчас есть идея. Есть идея, есть Икея. Секунду. Сейчас буду фиксить. Чего? Похож? Да, есть такое. That's crazy. Так. Так, а ну. Опа, а ну, а ну. Мне нужно закрыть... Чтобы установить обычный ОБС, мне нужно закрыть Streamlabs. Мнение. Чё, будете ждать? Перезапуск делаем? Через минут 10. Я думаю, что проблема в Streamlabs. Ну, потому что поняли, типа, на компе ничего не лагает. То есть у нас процессор вообще, типа, пустой, он ничем не забит. Только стримом на 10%. На 1%, прикиньте. Главное, что не лагало. Да, базар. Все, ладно, ща. О! Слышь. О. Нет, видишь, все равно. Нам не похуй. Ну это же, мы уже выяснили, что это локация какая-то ебаная. Мы пока с нее не уйдем, тут будет дрочь. Че, будем дальше? Нахуя ты заходишь в эту комнату? А без нее нельзя. А, ты же перевыходила. Без нее нельзя, типа, да, вообще да. Никак. Понял. Так. Компьютер новый. Тут уже что-то, да, пугало, по-моему. На спидране просто хуярь. Да я вот тоже так думаю. Так вот, спидран это куда, блядь? Вот просто по прямой хуярь. Ну вот просто по прямой хуярь. Ну это как будто бы назад. Вот, надо теперь... Показала, что надо найти ключ. Заебись. Да как будто не страшно, когда ты думаешь, блядь, о том, что лаги, честно. Блядь, звонки в дверь. Open up. It's FBI, open up. Все, на спидране сейчас проходим эту локу. Полный спидран, я уже с ключом в руке. Ну, ты смотри, еще... смотри в экранчик, а не в чат, в экранчик ты смотри. Да ладно тебе тоже уж. Хочу прошли я избежать лаги. Страхов. Короче, я вообще... Так, вот мы покинули локацию. Попали в еще какую-то не, более жуткую пизду. Не, мы там же. Да? Да. What the fuck? Ты не реально? Зашел в дверь? Почему? Во. А. Блин, нам сейчас в этой это локации... Это что, фонарь? Да. Нам сейчас в этой локации... О, смотри. О, я тут знаю... Это уже вайбово. Я могу заспойлерить сейчас. Давай. Скример? О, смотри, не фризит. Вообще не фризит, да. Странно. Плюс фонарь, плюс вайб, минус фриз. Получается. Так, ну что? Вообще не фризит, дура. Эй, йоу. Нужно нажимать на картины, пишут. На картины? Да. Я вот видел картина, справа, справа, справа. Чуть левее. А. Поворачивай. Песон. Поворачивай картину. А. Эй. А. Там еще картина была в комнате в начале. Да, да, я помню. Я вот к ней изначально нашел. Повернуть. А, вторая Е, предпоследняя А. Давай, нам нужно собрать слово. Только не... Death. Нет, предпоследняя А. Предпоследняя она? Да. А
Are you sure? Да. Предпоследний. Кринж. Ты слышал звук? Я кринж. Ладно. Ты можешь спидран, не спидранить, спидран. Уже можешь не спидранить, не лагает же. А, точно. Да. Пять букв. Слово. Вот картина, картина была. Базару зиро. По-моему, она самая, после которой я вышла. А зачем ты это сделала? Я бы сейчас обосрался бы жестко. Реально? Просто пиздец. Ты ожидал? Нет. Ну вот после того, как я уже только что это вот так вот получил. Я думала тебя типа заскамить. Сказать, что там типа жесть. Напугать тебя, чтобы твои подозрения того, что там жесть, ушли, и чтобы ты вообще не ожидал. Не получилось? Ну, в целом, хорошая попытка, в любом случае, но нормально. Так, ты буквы помнишь? Эй, У, Е, Е, У, да. Е, А, У. Слэй! Кстати, да, реально, мы можем додумать. Я теперь extremely slay. Мы пока не все картины не посмотрим, но не даст дальше пройти. Понял? Ну, это понятно. Но я хочу слово предугадать, типа. Короче, здесь Е, здесь как будто Д. Д. Decay. Или... Delay. Delay, да. Типа, реверб. Тут тупо реверб на стенке висит. Не, вообще, слушай, так вайбово с этим фонариком теперь. Да, да, как будто. Он именно понял, отдельно двигается от моего еще ебальничка. Десон. А там, там, где записка лежала, что-то есть сейчас? Сижечки, можно. Записка та же осталась? Угу, да-да-да. А может, какие-то шкафчики так быстро уходят? Сейчас меня вот, по-любому, тут заставят трусы красить в коричневый. О-о-о! Пошла движуха. Let's get it. Как будто стало смешно играть теперь. Let's get it, go! Ой, я вас... Я что-то вообще, я думал, да? Рука просто силуэт. Вот так меня за шею схватила напрочь. О, да тут тупо потаённый мир. Потаённый. О. О, картина, берём. О, картина. Да! Да! Что? Кто он? Да. Демон. Демон! Нет, там же Y в конце. А, вот да. Я и говорю, что там decay, delay. Точно. Ди что-то. Детокс. Нам надо ключ найти, подожди, ты нажми на эту. На засов. На засов. Да, не дает. А, там подожди, нажми на сам, на саму вот эту тему. Да. На нее. Ага. Ты че? Пиши. Да, 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 пиши. Пиши первое Д. А, подожди, а, во, все. Первое Д, вторая Е. Последнее У. А вот это на подбор, давай. Decay. Просто что? Сразу нахуй. Что это значит? Я не знаю, но я сразу понял, что это. Как переводится decay? Ну это какая-то. Это же вообще, по-моему, какая-то хуйня, не связанная с ничем страшным или там с чем-то. Манера соло. Ooh, we had it gone, bro. Это переводится как гнить. That's some stuff. Так, как? Гнить. Гнить? Да. Damn. Вот я же говорю, я английский вообще не шарю, чуваки, поэтому не надо мне тут ничего рассказывать. Напишите в чат что-нибудь. А зачем мне лом? То вы пропали куда-то все. Сейчас поймем. А там нет дальше прохода? Какого? Куда? Там комната с ломом. И нет дальше прохода? Да. Ты все смотрел? Бро, реально, пройди, прими таблеток, амина. Я что, хотя напугаю? Напишите что-нибудь в чат, ребят. Когда-нибудь у тебя это получится. А то, как будто я не понимаю, вы тут или... Идем? Идем. Идем. Че за движуха? Иду в нее, мне похуй. Опа. Да, спасибо, уж знаем. А подожди, так у меня лом. А как лом? Пока не знаю. Так, все тут, окей. А ломом-то надо бить. Да. Пацаны-то не спят? Ну, пацаны-то горит душа. Ходят тут, бродят. Под зару ноль. Так, а... Эта дверь справа не открывается? Сейчас.
Ну да, наверное, тараканы туда. Нам сейчас тут скример. Вот прям чувствую жопку. Чувствую жопку. Жопка их идет. Я так поняла. Но в целом тоже вайп. Так и что ты... Давай, давай, нас заставляют туда-сюда ходить. Это, понимаешь, специально продумано. Попробуй это в следующую дверь. Все, идем назад. Я в ахуе. Просто эксплуатация рабочей силы человеческой. Ну вот это смотрели? Да. А, ну да, зачем смотреть? Мы же уже лом забрали. А что нам нужно найти? Вот, вот этого ломать вот. Будем. Боже мой, я же говорю. Это шок. Иногда вы зависаете от норм. Да, этого нормально. Ты просто, видимо, не был 10 минут назад тут. Это вообще шикарный расклад событий, когда мы чуть-чуть подлагиваем. Я сейчас выломал все и захожу. Ну все, мы свободны. Пока Челова. Все, мы свободны, на улицу, иди. Мы выбрались. Мы в подъезде. А. Ну. Блять, вот. Брон, донаты в конце стрима ответим. Спасибо большое за испуг. За испуг. Спасибо большое за испуг. Когда долго нету, да, таких крипово. Слушай, да там какой-то у тебя человек на донатах сидит, который их подрубает. Он прям нащупывает нас пока. Что там глаза? А-а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 , пойдем за ним. А, это не глаза. Вот тебе и все. Ты двери пропускаешь иногда. Лучше. Вот, видишь, мне похуй просто. Видишь, лучше все открывать, потому что, возможно, одна из них наша. Не эти уже. Ваша дверь. Во. Во. Вот это наша. Это... И это наша. Какую идем? Какую идем? Ну, он сейфа, ты правая, я левая? А, давай. Су. Ты левая? Да. А я не правый тоже. Ты справа, я слева. А, ну ладно, да. Я... Цуе, ножницы, цуефа. Цуефа. То есть мы куда? Туда. Да. Да. Туда идем. Дэм. Хуёвая какая-то дверь, Дань. Я вообще, в смысле, за нее ответственность не брал. Послушай, как урчит. Nissan G8 512STR. Сделает будто шарю за тачки, погнали дальше. Ты так прям... Бегаешь фонариком? Нужно все успевать увидеть. Не упускаешь. Иначе, не спишь. Иначе мои ребята уснут. Под... Нужно убегать. Беги, 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 беги. Все, мы не убежали. Мы не добежали. Надо убегать. Ну я понял, спасибо. Я уже понял. Так, блядь, вот это мне не нравится. Какое нахуй бежать, блядь? Вот ты тоже не любишь, когда... Да, я не люблю бежать. Пацаны, вообще... не спать! Чё за пиздец? Так, а куда бежать? Стоп, подожди, давай. Где он там? Сейчас тут появится? Не-не, дальше мы проходим в левую дверь. С почином. Окей, we got it. Окей. Fucking... Подожди, так было задумано, что мы не убежали, видимо, видишь? Ты какая понял? Игра тонкая, сука! Где-то же вот тут сейчас. Я просто не хочу бегать. Ну, придется. Придется. Все, сейчас придется убегать. Готов? Давай. Направо! Ты пиздец, мы как в тачке, знаешь, на гонках, типа, ты с картой, блядь, а я за рулем хуярю. Можете, можете... Налево! Направо! Давай налево! Можете как-нибудь один сделать смешно, типа, мы за рулем? Выхода нет. Выхода нет? Вы успешно... Побег, успешно оторвались от погони. Ебитый тури-пури-ру. Дун-дун. Стопы! Это жопа. Это уже too much, реально. Я, блядь, не успеваю просто вдох сделать. О-о-о-о-о. У нас лаги.
вроде не сильно. Не ну, так, нормально. Не двигайся, типа, не лагает. Окей, ладно. Давай дальше. Что здесь? Эй. Так, теперь на улице осталось найти выход из города. Ну, явно это не сюда. Выход. Ты думаешь? 100% дерьмо. Подземный выход? Да. Я тогда больше не вернусь. О. Сори. Я не думал, что такая история. Тут подлагивает на улице. А, так это и сюда, отсюда вышел? Да-да-да, наверх. Бро просто сейчас охуел с моего мува, реально. Именно такой, ты чё, угораешь? Они пишут код все. Окей, это спойлинг? Да, ну ничего страшного. Ну молодцы. Ну молодцы, хорошие. Спасибо, ребят. Хорошие. Реально, хорошие. Ну под конец хорошие скримаки были. В смысле под конец? Ну вот, под конец, того, как мы были внутри. Я не знаю, когда концовка, я не играла до этого момента, я не думаю, смотрела. Ебать, я игру прошел. Не-не-не, я не смотрела. Там был код. А. А, мы не видели. Ну мы, нам его написали. Ну, мы его увидели, чего вы тоже, ребятки, ну уже. Так, а дальше? Куда, собственно, этот код я должен буду? Ввести. О, как будто. А вот и выход. Но нужно найти, чем разрезать цепь. А вот смотри слева что? Тут можно было как будто... Смотри. Подожди, вот, ну вот попробуй вот эту. Это понятно. Деньги нужны. Но у меня нет денег. Идем искать бабки. Сейчас будем бабки лутать, видимо. Фонарик появился снова. Бро, блядь. Там дверь открылась красная. А нет такого вайба, что мы опять в хате? Вот дверь открылась. Ага. Наверх, может? Не-не. Сейчас сначала в жопку залезем. В жопку. А потом уже пойдем. Мне хочется просто в любой момент ситуации. Мои пацаны не спят. Ну тоже я вот не понимаю, зачем эта локация нахуй сделана, блядь? Для того, чтобы ты походил, потратил свое время и посрал. Просто ублюдки. Просто ублюдки. Oh my god. Oh my god, run it. Okay, I pull up! Записка. Записка? Лифт не работает, генератор закончился, бензин сломался, рычаг запуска. Как жаль. Найс. Рычаг запуска был в автомате, нужны бабки. Рычаг запуска. Понял, там был такой красненький рычажок. Блять, мне еще и бензин заправить. А мне что, нужно вот это все будет делать, чтобы воспользоваться? Не знаю, давай направо. Идем. Я же не знаю, я не проходила игру до конца. Ты тем же вопросом задался. Я вах. Рычаг был в автомате, по-моему. Да, как будто бы. Кстати, прикольный автомат с рычагами, блядь. Послышалось. Ты тоже, блядь, не исполняй. Это не из... Не из доната звук был, а из игры. А может, и не из доната, и не из игры? Так. Что же тут мне не исполняй, слышь? Я не думал, что это будет так проницательно. Ну, я не знаю, пойдем в этот обратно. Автомат. Ну, подожди, нам же бабки. Унимай. Там еще огромная локация была на улице. За красной, вне красной двери. О, да, там еще вверх. А, нет, вверх вот мы сходили. Так, стоять. Это дальше, я думаю, вход. Да я понял. И вам привет. Честно, нет. Тимур, не помню. Денежки могут быть в любом месте. Вообще, мама говорила, деньги на дороге не валяются. А хола дос не открывается? Хола дос. Ну-ка. Тут... Ты понял? Ну хорош, ты понял? Нет. Мы оттуда зашли сейчас. Откуда? Мы сейчас... Мы вот отсюда вышли и туда пошли потом. А, все, понятно. Расслабься. Давай, вот там дверь была открыта. Слева. Блядь, а зачем вообще деньги этому человеку? А тебе зачем деньги? Ну вот... Я не в хоррор-игре, блядь. Мне не нужен рычаг. Все плохо. Здесь, моя маленькая дочурка бегала и сбегала из дома. Я не знаю, что на нее нашло. Жена уже 3-3 суток не выходит из ванной. Все вокруг сошли с ума. Я не знаю, что делать. Этот газ из труб. Я раньше его не обращала на него внимания. Я думаю, он во всем виноват. Помогите. Во всем виноват газ из труб. Подожди, вот они говорят... Налево дверь. Они говорят, там можно код. Давай, испугай меня, хуйня. Код введите в автомат. Да. Это я тоже прочел. Дальше дверь. Ну там же.
Блядь, да иногда жестко пугает. Не, ну тут эта хуйня точно сейчас подождет, погоди. Ты думаешь? Ща-ща. Я просто. Видишь, что-то происходит каждый раз, когда мы куда-то заходим. Вот справа кнопка. Ничего нельзя нажать? Да, нельзя. I can't. I can't do this. Ребятки, не могу. Поэтому все, stop spamming. Идем дальше. Вот в эту лестничную вижу. Опа. И гаснет свет. Давай дальше. Эпилепсики. Идут нахуй. Они хотят выселить нас с нашего района. Вы знаете, Руса. Давай дальше. Давай дальше. Бензин, бензин. А вот и канистры с бензином. Вот канистры всякие. Взяли. Просто. Ой, я того как ты вдохнул, понял? Но я пугаюсь, что ты так на меня смотришь, как будто я... Что за дверь справа? Не хочу знать. Давай, давай. Крипово, на самом деле. Тебе нет? Если честно, нет. Что-то как-то... Так. No homo. No homo, guys. Так. О, нас что-то ведет, видишь, дорожка? Из мусора? О, мы тут были? Да похуй, сходим еще. Не были. Вайб. Только комнат? Плюс вайб. Да они вообще не стрёмно, нифига, я согласна. О, записка. Оу. Читай. Давай я тебе кое-что покажу. Загляни под камень около качели. Так, качеля такая, значит, у нас детская. Ты так читаешь? Найс. Давай я тебе кое-что покажу. Пойдем. А пойдем покажем. Под качели, вот качели. Качайло. 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 Камень, вот он. Под камнем. Записка. А теперь в красный холодильник. Ха-хах. И где вон? Подром. Давай попробуем туда. Сверху? В смысле сверху? Они сказали сверху красный холодильник. Он, смотри, как ты его трясёт аж. Как будто там сейчас чел вылетит. Да ты сука! Ты два раза подряд испугалась? Отомстил, да, я дважды испугалась. Bro, I got a combo-wombo with this motherfucker. I'm gonna hit it. Ты видела дверь розовую ткань? Не хочешь посмотреть, что за ней спрятано? Ой-ой-ой-ой, мама Джан. А где не видел розовую ткань? Где это? На улице. Сейчас поищу. Мама, бро! Бро! Не балуйся, нахуй. Где розовая ткань, ты помнишь? Да сейчас найдем. О! О! А вот и ткань. Вот и ткань. Я вот так сейчас подхожу. Да ты сука! Даня! А ничего под ней нету. Вот и вот. Ну хотя бы у тебя что-то было. Все, я больше не боюсь. Ну вот. Подожди, а там нельзя было пролезть как-то? О. I'm not a gamer. А, вот. Гараж открой. Ребятки, спокойно. О, аниме кавай сэмпай. Аниме кавай сэмпай. О. Может, что-то на стенах? Сейчас попробую поводить. Girl power. Тут явно девчоночка. А вот у нас записка в коробке. Буквально. В коробке. Записка. Ага. Красивое у меня тут убежище, правда? Я тут пряталась от всего ужаса, который начинал твориться в моей семье. Да и вообще во всем городе.
Хорошо, что в... Коулни. А, Коулни, это город, да, это... Угу. Уже не осталось ни одной живой души. Эта монетка тебе пригодится. Монетка! Манерка! Бери ее, справа монетки. We just got some money, damn, I'm about to spend it on bitches. Все, идем за монеткой. У-ху. Сейчас мы будем реально получать этот рычаг. А бензин у нас уже есть. Все. Да, все, все. Больше закрыто. Лифт сейчас будет. А вот это, кстати, из минусов. Никакой монетки. Никакой монетки. Ну, да, проблема. Давай туда, мы это не были типов... там, назад, назад. Налево. Где, тут мы были? Мы не были. Были. Когда? Были, базар. Вот и не рыпайся. Так, а что дальше? Направо. Походу нам к тому типу. Что? Походу нам к вот этому пацаненку. Ага. А вот, у нас лом. О, у нас лом. Тупо. Ага, он уже не активирован. Все, а уже. Вот окна, окна, может быть, можно в окна залезть правее, правее. Правее, 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 правее. Ага. О, слышу. Опа. Ну это буквально... Короче, как-то можно. Автомат, монета? Какой автомат? А мы не можем пока что в автомат. А когда автомат может подойти? Быть, может, они... тут второй еще есть? Не, может быть, они, слышь, открыли уже нам? А, да? Такой, ну, может быть? Они же делают так постоянно. Нет. Откройте. Откройте! И чё вы, геймеры? Ну да, я попробую. О! Вон сейчас. Ой, тут лестница маленькая. Стрим был. Ну. Если я сейчас все... Ну, конечно. Кто ты, блядь, зашла? Туда, где пацаны не спят. Я обратно иду. Бро, 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 бро. Давай ты. Я не хочу бегать. Это... Давай! Пацаны проснуться должны. Иди сюда, лысый. О, он от меня сейчас побегает. Все, давай, 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 в автомат! Тихо. Все. Я же заикаться начала. Бери рычаг, что ты смотришь? Как? То, кого? Открывай справа, справа. Нам... Рычаг и нажимай направо. Не работает? А, нам нужно же... Где лифт, блядь? А где лифт, я уже не помню. Я тоже не помню. Ну, где где-то лифт? Сзади, очевидно. Иди назад, значит. Мы же из красной двери вышли? Да. Вот красная дверь справа. Во. Наверху, да. Все. Все, жми на лифт. Да ну не надо. Заказали. А, точно. Еще может что? Рычаг еще надо куда-то поместить. На лифт сам нажми, не на кнопку. Нет. Значит, еще что-то надо рычаг туда поместить как-то. Видишь, вам бензин закинули, и надо рычаг, наверное. Во-во, ага. Все, легко. Ехала. Мне вот из-за того, что я не одна, мне после скримеров мне смешно, что я боюсь, понял? А когда вот меня так пугало, когда я была одна, мне после каждого скримера... Плюс бонус, приятный. Убери! А, тут нельзя такое? Я думаю, что можно, просто на всякий случай. А ну, налево. Куда нам? Похуй, я любой нажал. Угу. Везде письки. Ой. Я обосралась. Что случилось? Я провод от микрофона зацепил ногой. Damn, what? Надеюсь, у них этого нет. Плюс скример от нас, небольшой такой, с бонусом. А ты думаешь, я думаю, мне было слышно. Я надеюсь, нет. Но если да, то там пиздец, сейчас уйдут все. О, опять лаги. Эй. Малышка. Дабл капи. Так, ну-ка. Я музон. Спидран, спидран, спидран. А, спидран. Все, чатик, мы пытаемся за спидранницу. Все, есть чем сломать. Стопудовая наша. А справа дверь. Вот, да. Все, уходим назад. I'm run, my boys. Мы ушли, чатик, оттуда, все. Все, чатик, спокойно, чатик. Все, сейчас будет чело. Чатик.
Все, чатик, все. Дядик. Дядик, сейчас бугат забудем. Че, потерпели? Не делай мне громче. Нет, просто одинаковая громкость, видишь? Что ты, блядь? То ли я чувствительный. Могу сделать потише. Не-не-не, нормально. Сделать? Нормально, нормально. Так. Нам сейчас надо идти откусывать эту хуйню. Откусывать именно. Налево, да, по-моему, тут? Да, так же виднее будет. И направо. Откусывай ее. Неужели мы сейчас выберемся? Еще дальше. Да ты тварь. А ну слева что-то. Ты реально путаешь постоянно стороны. Да не, я просто хочу посмотреть во все эти самые углы потаенные. О, вот же он стоит. И не стоит. Бань, бань. Криповые. Бань. Блин, жутко на самом деле. Прикинь, ты по жизни охуел? Чего, тут этого? Да. Думаю, да. Сам. Там сверху стоит женщина. На нем еще трусы остались. Зачем? Ой. Это именно так мило за ним наблюдает. Смотри, чатик. О, еще какие-то тут типы. Чатик сердечки пишет. Мили, мили. О. What's up, homie? Давай дальше. Что-то их так много тут. Йоу. Прям вообще. Я думаю, это концовка. Реально? Я думаю, что да. Похоже на концовку. Это концовка, чат? Нет. О, тут пиздец лаги. О, не так сильно вроде. Прощай, Калу. Я ездить сейчас больше. Нет, думаю, что нет. А жаль. Это будет тит. Как словно мы не видели город, которого нет. Коулунг, город-крепость, населенный 5 лет назад, был одним из худших городов Китая. Городов. Городов, да, сори. Незадолго до сноса в нем произошел всплеск преступности и необоснованных убийств. То есть его снесли. Тебе оцени хоррор по страшности. Он ужасный. Хороший, классный, пиздатый хоррор, блядь. Сильно. Вот это хорошая была. Вот это была хорошая. Поздравляю. Чё, реально? Да. Ебать, кайф. Я думаю, я в смысле тут посидею, блядь, пока проходить это дерьмо будет. Не-не-не. Так-то с кайфом. Короче, суть этих хорроров в том, что они недолгие. Все. Понял? Ебать, а это кто реально стоит? Ты ебланище? Ебланище, влагалище, пердун, дрочила. Я всегда так общаюсь. Кстати, знаешь, что мне иногда люди обижаются, когда я так общаюсь. Да хуй знает, я общаюсь с людьми еще хуже. Ну вот, со своими друзьями, особенно с близкими какими-то, я прям вообще иногда ужасно звучу, типа. Ну это какая-то обратная просто, типа. Так, хотите я покажу вам донат, который был на 50к? Готовы? Are you ready? Oh, you're ready. Сейчас. Врубаю. Ага. Я погоди, а снова еще один.
Не, я считаю, это вообще мега. Я его даже оставлю, наверное, 50к. Пусть он на меня стоит. И на соточку у меня, я уже показывала манере. А ты, ну, узнал меня в то время? Да. Ты зря его не узнал, да? Да не, я не помню, наверное, в какой момент я мог узнать. Ну, наверное, с каких-нибудь укалельных, да, каверов. Плюс-минус, стопудово. То есть давно, да? Ну, это, вот почти... я могу сказать, что это было стопудово во ВКонтакте, в видео, в группах каких-то, типа, МДК, Овсянка, в какой-то такой хуйне я увидел видос, что-нибудь такое, типа, стопудово. Убави донат. Убавь донат, алло. Мы включаем уже обычные сейчас. Мы обычные сейчас... донаты в студию. Все. Что насчет Дюрага думаешь? Это песенка чувака из Алматы, кажется, который сделал песенку, и она очень похожа по мотивам каким-то и по англицизмам на меня. И у него, короче, на фоне того, что типа он байтер, расфорсился этот видос. Ой, ну, ТикТок, звучок. Uh-huh. И потом я сделал, короче, трючок. Тоже плюс-минус, но очень схожий по мотивам и по всякой такой истории, чтобы его поддержать. И плюс смысл текста, ну вот там, например, «Мои пацаны не спят», типа вот как раз о том, что уже появляются какие-то такие ребята, которые вдохновляются каким-то моим звучанием, что-то делают свое. И вот я просто дань уважения, короче, фанатам, так сказать, проявил. Но ну, в частности к этому вот блеску, к пацанчику, к молодому. Хороший пацан, светлый. Чувачочек. Хороший. Так, вот еще тебя спросили вопрос. А ну тут не совсем вопрос, но ну, в целом. Да. Окей. Так. Окей. На остальное мы ответили. Все. Да, на остальное мы ответили. Ну мы так-то уже почти 2 часа стримим. Да, да, охуеть. Я думаю, мы сейчас будем уже вырубаться. Чатик, вам понравился стримчик? Мы вырубаемся, но не спим. You know what I'm да, saying? Of course. Наши пацаны все тоже еще не спят. А есть кусочек где-то, сниппет? В смысле, где-то? Как называется? Пацаны не спят? О, смотри! О! Смотри! Мои ба... А! Пацаны не спят, но пацаны не спят, но мои пацаны не спят. У них горит душа, так же как и взгляд. She wanna take a part, run into the yard. She wanna take my heart, but пацаны не спят. У них горит душа, так же как и взгляд. Я, короче, на самом деле хочу его еще дописать. Как это обычно бывает, я форшу первый, типа, куплет с припевом в ТикТоке, и потом еще дописываю еще куплетик и закрываю еще одним припевчиком. Поэтому в целом еще дописываем. Ах, глядишь, еще вообще фиток у меня впервые в жизни будет. С кем? А вот не скажу. А, это секретная информация. Ну, такая небольшая. Да, окей. Ну, потом после стрима тебе это скажу. Окей, а окей. Они пускай завидуют. Окей. Короче, я сейчас тебе покажу, я уже приценивала ребятам кусочек. Я написала фанк. Ой. 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 Когда ты музон пишешь? Вот где ты эту меланхолию берешь? А у меня как будто когда я пишу. Я пишу музыку только когда все плохо. Я не пишу, когда хорошо. Окей. Ладно. Вот ну, тоже ответ в целом. Но угу. Как будто бы грустненько. Нет такого? Да нет. Не, нормально. Ну, я редко же песни выпускаю, поэтому. Тогда получается неплохо, да. Ну, получается, да. А ты когда пишешь песню, плохо перестает быть? Да. Как терапия? Да, прям моментально. Ты знаешь, что вот
короче, я один раз была у психолога, которая, типа, смотрит глубже, чем просто психолог. Она, типа, под человека подстраивается, такая, знаешь, энергетическая такая дама. И она мне сказала, что в целом я такой человек, который создан что-то изучать или переживать. Что-то, да? И все, все давать в творчество. Неважно. Музыка, рисование, стримы, типа, что угодно. Вот именно в творчество какое-то. Ну, она прям пиздец не прогадала. Нет, ну, типа, выгубаешь. И я когда... Ну, у меня всегда так было, что когда я... Мне плохо, я пишу об этом трек, и все чил. Топ. Отпускает так, типа, знаешь? Топ. Они хотят петь. Ну, споем... это ты будешь петь. Споем один трек? Я да. не буду петь. Свой трек споешь? С автотюном. Но. Но. Тогда будем оффать. Не, ребят, не хочет. Ну что? Ну, типа... I will sound like a bitch. Приходите на концерт. Ну, я этого не говорил, но это очень хорошая, хорошая инициатива. Хорошая. Да нет, ну не, на самом деле просто это типа какой-то немножко кринжик тайп активности для меня. Ну, я от себя очень сильно кринжу, это не то значит... То есть я кринж? Нет, я говорил о себе. Не делай вид, что ты этого не слышала, чел. Ладно. Окей. Вот. Именно, типа, ты себя в этом не ощущаешь. Ну, типа, нет, просто... Когда это в таком формате, что нужно позавозить, что-то веселое, прикольное тут поделать, я как будто бы буду немножко дискомфортно себя ощущать, типа, если буду петь песни. Вернулся. Чатик, все, мы будем уходить уже. Реально, уже поздно. Спасибо вам большое. А у тебя есть ТГ-канал? У меня? Да. Да. Кость, а ты можешь найти ТГ-шку Манера? Ну, по-моему, очень легко, просто XX-манера. Что такое там прям? Ой, блядь, из-за ногтей тяжело. Понесло тебя. Это? Yes. Нет. Это. Так, ребятки, я скидываю вам прямо сейчас ссылочку на телегу Манеры. Вы можете на нее подписаться. Вот. Он там будет крутить мир. И не спать. И не спать. Сука, ору. Спасибо большое вам, что вы были сегодня с нами. Сори за лаги. К следующему стриму я это пофикшу обязательно. И когда-нибудь я еще приду к вам и попою обязательно. Сори, что сегодня. Когда буду это филать. Да, да, они не обижаются на тебя, они все понимают. Ну, они сладкие вообще, парнишки, да. И девчонки. Парнишки. Спасибо. Сладкие парни. Все, ребятки. Всем хорошей ночи. Всем пока. Всем пока.